Сергиево-Посадские Деды Морозы и Снегурочки провели зимний велопробег. Порядка 20 человек в костюмах главного новогоднего волшебника прокатились воскресным днем по улицам города. Пожалуй, длинная шуба Деда Мороза – не лучшая экипировка для велопрогулок. Многие ограничились красными шапками и бородами. Перед стартом – фотосессия. Нужно выглядеть как в сказке. Цель велопробега – показать, что зимой ездить на велосипеде по Сергиеву-Посаду можно комфортно и весело. У нас велопробег ежегодный для того, чтобы дать городским жителям новогоднее настроение, чтобы они увидели красоту, немножко отвлеклись от своих дел, увидели нас на улице, порадовались. Маршрут по всем районам, по всем микрорайонам города.